дежурную часть Кубинского отдела полиции муниципального управления МВД России Одинцовская поступило заявление от местного жителя о краже электроинструментов из дачного дома в поселке Чесцы. Сумма ущерба составила 66 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан неоднократно судимый 32-летний мужчина. В настоящее время установлена причастность задержанного к совершению 5 краж, 2 грабежей и разбоя на территории Одинцовского городского округа. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.